Что, друзья, как вы поняли, это правда? В шоке, блядь, просто в ахуе. И считаю, что мы отчасти каждая в этом виновата, потому что чему нас учили на пацанку? Взаимопомощи, сочувствия, понимания. Мы должны были помочь Юле справиться с этим. Мы же знали, блядь, как выходит на нее идет. И кто-то еще подкидывал это. Короче, я оставлю окошко здесь. Кто хочет помочь Юле, пацанки, не пацанки, все. Но сначала обращение ко всем пацанкам, наверное, особенно к нашему сезону. Если у вас есть желание помочь, я думаю, что мы должны хотя бы проводить Юлю нормально. Короче, сюда пишите. Там разберемся, скооперируемся.